А для тех, кто решил посмотреть, у нас третья часть намечается. Что за ковбой? Мы обнаружили место, посвященное Триаде. Там спрятано сокровище, и его охраняют духи. Я не хочу с ними связываться. Желаю удачи, Кампай. Да, на конях подвигайся. Ради боеприпасов. Блин, тот ускакал уже. Зачем это существо так поступило? Ладно, прогуляемся, что ли? Тут наверху что-то есть. Что там, тайник или что там? Тем более мы еще, кстати, получили пулемет, вы видели? Да, тайник. Извини. Ой, виноват. Что это за ящерица? Прошу! На помощь! Беги! Беги без оглядки! Ладно. Погнали. Я не понял. Стоп. Никто ничего не видел. Погнали дальше. Тут свои ребята. Спасибо.
Странник. Что он здесь сделал? Все, погнал дальше. Делов не знаю. Так, здесь уже все свои, ладно, пробежимся. А то я на этих лошадях сам не свой. Есть вариант сэкономить 100 метров. Отлично. Правило 73. Убежает не тот, кто не боится, а тот, кого боятся. Да, это мощно. Уничтожить корабли Антона? Но мы рыбаки, черт возьми. Тогда снова брось нас умирать, компай. Блин, ты что делаешь? Вот, опробуй. Какой план? Пусть Антон увидит нас из столицы? Да. Ну, так и будет. Люди Антона будут здесь минут через 20. Так что ноги в руки. Бегом. Бегите! Ну! Правило повстанцев. Хуан Кортес. Победу одерживает не тот, кто не боится. А тот, кого боятся? Чего боится Кастильо? Свободы слова, свободы для изгоев и Яры, свободный от него. Но если вы не готовы умереть за свободу, ему нечего бояться. Никогда у нас будет больше людей и оружия. А сейчас и сегодня я потоплю корабли Кастильо. Прошу прощения. Я не бесстрашна. Но обещаю вам, я стану той, кого бояться. Слава Либертад. Слава Либертад. Слава Либертад. Пора домой, повстанцы. Она знает, что делает? Неважно, она знает, что нам нужно. Ну, повстанец, я полетел. Так, и что у нас будет? И чё? О, карта. О, fuck this. Теперь-то понятно, насколько карта-то большая. Даня, как слышишь? Ну что, вертолет готов к полету? Ясно. Я разберусь с ней. Серво, если она меня собьет, я сделаю все, чтобы мой горящий труп рухнул прямо на тебя. Что там изучать?
Бак, конь у меня. Лучшая плотва в мире. Связи. Дани, я хочу кое-что тебе сказать. Речь была потрясная. Слушай меня, чем бы все ни кончилось, я хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для Либертат и для меня. Поблагодаришь, когда прорвемся через блокаду. Увидимся, как все закончится, Дани. Погнали нам. Ай. Отпусти эту говно. Да блять, отпусти, говорю. Сигу, срочно. Сейчас разозлите меня. Обратно залететь. Эй, Хуан, зенитке конец. Можешь взлетать спокойно. Пора разобраться с кораблями. Я буду твоим ангелом-хранителем. Я просто хочу убраться отсюда. Да, конечно. Тут новые сигары и 12 тысяч зарядов божьей кары. Я готов. Vamos echando. А, еб твою мать. Да пошел ты нахуй! Ладно. Я, как всегда, тихо не могу это все сделать. Все на каком-то энтузиазме происходит. О, тема.
Тема. Клара, я у кораблей Кастильо. Мы бьем, Дани. Ты поднимешься на борт и будешь отвечать за штурм. Хулио, а ты где? Я на маяке. Сижу весь такой красивый с РПГ и отличным видом на корабли. Райса, как у тебя все? Я на башне. Винтовка заряжена, прицел наведен. Хуан. Пристегните ремни! Крылатый Хуан рыщет в небе! Бля, я опять, честно сказать, кнопки перепутал. Это я еще до сих пор не привык после Counter-Strike играть в Far Cry. Зная Броду, будь ли ты с нами, она бы улыбалась и была бы на полпути к кораблям. Если бы Лита была здесь, я бы ей вломил за то, что она нас не познакомила. Удачи, Хулио. А, я туда лечу, да? Вот это да. Ну. На связи. Офигеть, корабли стоят чисто, чтобы люди не уплыли. Это же капец. Лара, я на борту. Отлично, Дани. Разберись с кораблями и не стесняйся использовать их орудия против них самих. Турели у них хороши. Идет. Адиос, подкрепление. Проверь, что там. Мой вопрос. Это Маркес. Все чисто. Нечего докладывать. Тихо. Все вроде под контролем. Это Хименес. В моем секторе все тихо. Ваманос, найдем эту тварь. Дерьма. Карелия, я знаю, ты меня слышишь.
Так, и чё? Прости, крошка. Эй, Карелия! Один есть. Я видел твою девушку по левому борту. А, нет, Кит. Впечатляет, Дани. Тебя даже не заметили. Сможешь так еще раз? Сейчас проверим. Что ты светишь так? А, нихера. Так, главное снова кнопочки не перепутать, и в целом будет все отлично. Куда не даем ты пиши. Где еще? Камеру надо убрать. Вас никто не услышит. Зарезать снайпера – это самое милое дело. Тихо-тихо, еще без парова сделаем. Что, все? Ну и чё? Чё дальше? Клара, дело сделано. Пора валить отсюда. Без тебя мы бы не справились, Дани. А вот и без нас запросто. Еще не все. Я задержусь, чтобы заложить взрывчатку и убедиться, что кораблям каюк.
Маякни, когда закончишь. Дани, я сейчас тебя подберу. Где ты, Клара? А вот и Клара. Успех. Че, какой-то видос нас ожидает? Слава Либертад, Дани. Вынужден признать, Клара, что у тебя получилось. Только не у меня, а у нас, Дани. Чем ты хочешь заняться в Америке? Мы с моим другом Олеха думали работать там, куда возьмут, пока не сможем открыть свой автосервис. За время блокады мы научились чинить что угодно при помощи говна и палок. И все? Что ж, Янки разрешат тебе парковать машины и собирать фрукты, но одним из них тебе не стать. Американская мечта для людей посветлее. Раз мы засираем чужие мечты... Что ты сделаешь, если победишь, президент Гарсия? Следующий президент протянет полгода, потом его убьют. В смысле? Это так. Разве свободные выборы не решат эту проблему? Как же твой список? Послушай, Дани, я не так наивна, как ты думаешь. Эта революция освободит Яру, но не исправит. Когда мы захватим столицу, Яра вспыхнет. Все возможно. Гражданская война, перевороты, военная хунта. Яранцы еще долго будут убивать друг друга. Ага. На мой век борьбы точно хватит. Мы ходим по кругу. Тирания, революция, опять тирания. Я хочу найти для нас выход. Значит, это не просто мечта. Это судьба. С чего ты так решил? Кто сам это выберет? Дани, каждый, кто идет за мной, кто вступает в Либертад, делает этот выбор сам. Либертад. Но если честно, я прямо вижу, как ты раскладываешь товар по полкам в огромном супермаркете. Отвали. Нет-нет, там такая милая униформа, переднички, таблички с именами. Тебе бы пошло. А, пожалуйста, фантазируй молча, Клара. Оп. Типа так может быть решиться исход игры, да? Мои любимые повстанцы. Давно меня не было. Устроим праздник. Мне так жаль, Хефе. В чем дело? Хулио не явился. А что, его взяли в плен? Тюрьма. Либертад перебьет всех истинных иранцев. Трайдорос! Криминалес! Опа. Пута. Михо, порой отличить истинного иранца от лже-иранца может быть трудно. Но, возможно, истинный иранец знает, что выжить поможет лишь верность стране. Не честность, не любовь, даже не семья. Лишь верность идеалу, который выше его самого. Кома мерда. Лже-иранцы изгои по натуре. Они эгоистичны, беспокойны, лживы, как дикие псы. Но их можно обучить, заставить послужить раю. А тех, кто упорно сопротивляется, как, например, Хулио, как Клара Гарсия, как Либертад, их нужно усыпить. Папа, я все понял. Ну, усыпи Хулио. На пути к краю много трудностей, Михо, я знаю. Ты доведешь наше дело до конца. Нифига. И тогда все будет позади. Я иду, Лита.
Ладно. Значит, смотри дальше. Офигеть. Правило 20. Останется на всю жизнь, короче. Мы нашли Хулио. Он мертв. Они слиты оба на том свете. Я держу слово, Дани. Нужна была лодка, вот она. Настоящий кусок дерьма. Но до пляжа Янки дотянет. Того, где голые толстушки. Так просто меня отпустите? Не верю. Ты давно мог всех нас сдать. И ты хороший боец. Я не могу обещать тебе победу и что ты выживешь. Но я скажу одно. Тебе везет. Часто срабатывает. Когда как. Не бинго. Это корыто потонет на полпути к Майами. Третий ранг. Офигенный офис, Хуан. А где ящичек? Ладно, за дело. Что случилось? Хочешь, чтобы я сделал тебе лучшее супремое оружие? Тащи мне обедненный уран. К счастью для тебя, Кастильо заныкал свои запасы у самых больших пушек на острове, зениток. Когда раздобудешь драгоценный уран, приноси в мой офис или одному из моих помощников. Если захватишь базу FND, кто-нибудь из команды Хуана одарит тебя особым снаряжением. И не забудь, выше ранг, больше привилегий. Когда Клара расщедрится и повысит тебя... Мы тебя снабдим снаряжением получше. Готовь денежки. Даже во время революции у всего есть цена. И еще совет. Как повстанец по танцу. Давай. Начинай уже веселиться. Умри с улыбкой. Ясно. Ты вернешься. Все возвращаются. Что это? А, блядь, это покупать надо. Болит тема. Thank you.
Как я выгляжу? Как чмо? Так, дробаш, это. Все нормально. Можно разный комплект делать. Ну все, мы становимся частью, короче, этих повстанцев. Вернешься на Сантуарио, поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян, используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что, освободим Яру? О, видео, я люблю видео. Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем Эсперанцу, отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и баз ФНД. Но важнее всего окружить Эсперанцу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные. В Элесте не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Маккей Индастрис. Конвой с отравой Кастильо в этом регионе обороняет адмирал Бенитес. Но с помощью легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре. Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валидора. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которой управляет министр культуры Мария Маркесса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду. Максима Сматанса. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертад. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Фили Барсага. Монтера. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертад против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам? Как? Просто. Помогай им. Всем, чем сможешь. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой канители. Либертад возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его крови и все такое. Да, не надо размяться. Слава Либертад, Хефа. Да-да. Сильнейший воин Клары, это ты. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуан. Клару выдает манера речи. Она ведь из богатой семьи. Семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ты напомнишь повстанцам, что нужно
Заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си, а ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Яру? Еще бы. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец, а для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущей ноздри, это... Весело. Не бойся, я никому не скажу. Повстанец. Дополнительный контент. Кредиты Far Cry. Фига, волына. Подготовки и вооружения? Все бы тебе поумничать. Да, берегись. Нифига мы вырвались на самом деле. Клара, а напомни, кого мы ищем в Мадругале? Карлос Матера. Это предводитель группы фермеров, которые хотят отнять у армии свою землю. Но с тобой он встречаться не станет. Почему? Он, скажем так, человек старой закалки. Не любит чужаков и доверяет только своей семье. Класс. Не бойся, тебе поможет Филли. С ним все получится. Он в мастерской у взлетной полосы Мартинес. А, как у вас все сложно. С важными вещами всегда так. Суэрте, Дани. Я не хочу умирать. Бежим! Мне нравится, что здесь навыки прокачаны у тебя как у персонажа. Все супер. Мне просто конь нужен был. Ну. Так, обнаружена база. Эй, Клара,
не знаешь, с чего бы военным вдруг занимать старую метеостанцию? Ты на западе, так? Я сама насчет этого места голову ломаю. Попробуй найти там компьютер. Они наверняка хранят на нем записи. А! Ты на западе, так? Я сама насчет этого места голову ломаю. Попробуй найти там компьютер. Они наверняка хранят на нем записи. Обязательно поищу. Отдавай тачку. Конечно. Я знак мощный. Я все-таки лучше водитель. Так, ну что, побазарим с ним, и на этом и наша третья часть подойдет к концу, дорогие друзья. Фили, я Даня. Нет. Фили тут нет. Ого, ну и рюкзак. А где он сейчас? Сорвеса. Кто тут главный? Всему можно дать новую жизнь. Подойди на секунду. Да, вот сюда. Нажми на нее и держи. Аварийная кнопка. Отпустишь и... Зачем ты тут? Я от Клары из Либертад. Она не предупредила? Клара, Либертад. Громкими словами бросаешься. Но тут нет Клары. Только ты. Зачем ты здесь? Чтобы спасти семью? Детей? Нет! Тогда чего же ты хочешь? Хочу убрать палец с кнопки и узнать, кто поможет свергнуть Кастильо. Окей. Выдохни. Значит, ты герой Клары? Я не герой. Чурица сработала! Да! Помоги, Фили, детка! Хочешь помочь Либертад? Тебе нужен Карлос Монтеро. Наша опора. Его семья пойдет Еру. Класс. Идем к нему. Нет. Монтеро. Ты должен понравиться Фили. Затем понравится малышке Монтеро. Малышке Монтеро? Си. Чорисо, давай пошли. Эспади, его дочке. Я слышал, она ушла к плантации изгоев к востоку отсюда. Понравишься ей? Ты в деле. Удачи в поисках. Она та еще фьера. О, я хочу повозиться с твоим крутым рюкзаком. Нет. Ладно, осторожнее с отравой. Вот юморист хренов. Угарно, прикольно, мне понравилось. Тут байки есть. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша часть подходит к концу. Тут вообще отдельно сохранения бывают. Создатели игры зато сразу можно посмотреть. Знакомство с Монтеро. Канал так называется у меня. Но теперь я его переименовал на Саджимед, чтобы у меня все соцсети были Саджимед. Монтеро.
На родных землях нахожусь. У нас, слушайте, здесь походу нельзя этот. Да, наступает сохранение, и потом можно выходить. Дополнение скоро будет в продаже. Но так мы из России. Sorry, man, типа. У нас есть 450 кредитов, и можем типа что-то получить. В принципе, спасибо и на том, что у меня игра работает. Вас всех обнял, дорогие друзья. До новых встреч, пока.